всем высоком тереме у резного окошечка. Песни поет, колокольчики с ромашками вышивает, птиц хлебушком кормит, нищим милостыню подает. Тут все и вспомнили ее настоящее имя. Дарья она от рождения называлась. Дашенька. На ту пору и добрый молодец на коне мимо скачет. Смотрит. Ба, да какая же наверху красавица. А как поет. Птички к ней так и слетаются. Да видать не только что добрая, но и работящая. С пяльцами сидит, нить с иголкой в пальчиках так и мелькает. Выходи-ка ты, девушка, за меня замуж. Буду тебе мужем добрым да ласковым. Ничем тебя не обижу, проговорил добрый молод. Поглядел несмеяно вниз. А что? Вроде годится. Колечко ты снимешь с пальчика? Доскочишь до меня? Спрашивает. Добрый молодец прыг и доскочил, стянул с пальчика колечко. Согласна, говорит царевна, выйду. И не прогадала. Живет она с мужем очень долго и счастливо. Умрет наверняка в один день, но до этого еще далеко. Всех подружек своих Даша с мужьями помирила. Научила любить суженых, какие есть. После этого и мужья размякли, а думали, стали своих жен колить и лелеять. Дни напролет тетешкает баба Дашу на пару с бедными внучиками и внучиками и рассказывает им сказки. Одна другой забавнее и девочка. Майя Кучерская. Сказочка. Фрагмент читала Анна Перележина. Радио, вот они, зеленые. Слушай, чтобы читать. Экс-Иврис. Из книг. Все прекрасно знают, что такое анекдот. Хочешь, анекдот расскажу, говорит один другому. И второй уже заранее готов к тому, что сейчас будет что-то смешное. А ведь так было не всегда. В 19 веке никто никому анекдотов не рассказывал. В русской языковой культуре он, анекдот, возник только в начале 20 века и получил свое распространение только в 20-30-е годы. Появилось даже специальное слово, обозначающее того, кто рассказывает эти смешные истории. Анекдотчик. Читаем в книге Елены и Алексея Шмелева, которая так и называется «Русский анекдот. Текст и речевой жанр». Значимость рассказывания анекдотов для современной русской системы речевых жанров определяется хотя бы тем, что этот жанр имеет в русском языке специальное обозначение, в отличие, скажем, от французского языка, в котором аналогом русского анекдота является просто «histoire», по буквам «histoire», «история», или «histoire amusante», «забавная история», или английского языка, на который анекдот переводится просто как «joke», «шутка». Можно полагать, что во французской или английской системе речевых жанров рассказывание анекдота в меньшей степени специфично и с точки зрения используемых при этом речевых средств. И это точно. О том, какие языковые средства, какие слова используются при рассказывании анекдотов, мы все знаем. Но поговорим об этом...